Всем привет! И сегодня снова видео в гостях у Кати. Кстати, вы на канале Мисс Полли. Я забыла одно единственное слово. Катя, хоть скажи привет. Катя сегодня мой режиссер и постановщик. Короче, Катя, сегодня у нас все. Катя, ты кто? Я видеооператор. Да, Катя. И скажи привет. А, да, всем привет. Привет! И сегодня мы делаем из таких Кстати, я расскажу, как мы, как вы поняли, мы будем делать из сосисок сосиски. Резиновые сосиски. Вы, наверное, спросите, как ты догадалась до такой ерунды? Я просто пришла к Кате в гости, у Кати лежали эти шары. Катя, давай снимем. Нет, ты сломаешь. Катя, давай снимем. Я все сломаю. Сейчас мы этот шарик делали, и поэтому мы потом будем скручивать из них. Или, может быть, я еще дам ссылки в описании на делание каких-то собак, кошек, я не знаю еще. Так. И теперь мы достаем шарики и начинаем. Вот мы вставляем в такой насосик, кто не знает. Такие насосики. Не будем же мы надувать его вручную. Вставляем. Катя, снимай нормально. Если вы пишите в комментариях, Катя, хороший оператор. Ну, давай, давай, давай. Давай я помогу. Давай. Катя держит. Да, тут, короче, такая Катя рука. Господи, вы видели это? Маша еще об этом не знает, но она, думаю, это видит это видео. Тихо. Ты вот... Ладно, давайте... Слушайте, да. Мы такое надули уже немножко тут. Давай, так. Катя, держи. Он почему-то полупрозрачный получается из шарика. А, то есть тебя не смущает, а что вот здесь такая вот промежуток такой нормальный вообще? Я вот это вообще не смущаю, конечно. Кстати, подальше сделай камеру, чтобы было видно. Вот Маша называет из такого насоса. Там нормально видно такое? Нормально. Они же не слепые. Видят. Это видео уже выйдет через 3 дня, потому что я всегда заранее снимаю. Сегодня, если кто не знает, 25-е, да? Сегодня 25 число. Я, наверное, выпущу в среду. Получается, сегодня воскресенье, 26-е, 27-е, 28-го. Ну, да, она выпущена 28-го, так что все заходите на канал 28-го числа. А, ну хотя как они узнают? Мы так 28-го выложим. Ну, еще, думаю, вам придется уведомление. Что у нас как-то он странно вообще надувается. Да, да. Он сдувается, сдувается. Давайте, давайте. Люди, короче, смотрите, вот мы начали качать и смотреть, что у нас произошло. Ну, как произошло? У Маши, короче, она нафиг порвала этот шарик. Так что не повторяйте это дома, особенно с такой Машей. Все. Ладно, я сейчас вам покажу, как это завязывается. Я покажу. Все, давайте, как ты меня... Давай, так. Я снимаю Катю. Катя, так, давай. Только руки только меня снимай. Снимай только мои ручки. Короче, берете вот эту фигню. Конечно, я так мастерский просто учитель. Ну, да, конечно, ничего не видно из-за моих пальцев. Пух. Кто заметил? Катя, у меня не пух. Катя, расскажи что-нибудь веселенькое. Веселенькое? Ну как, Маша порвала шарик. Что тут еще? Прошу прощения, если мы трясли камеру, просто я забыла дома штатив, а сейчас я у Кати. Вот, видите, как она порвала? Вот. Поэтому да подожди, ты пальцы убери их. Вот, она нафиг вот это вот разорвала. В итоге у нас получилось вот 2 вот таких вот. Давай покажем синим шариком. Давай, Катя, держи. Держи. Так. Камеру. Катя, держи. Смотрите, как делается резко. Маша, ну не надо, пожалуйста, это делать. Ничего. Поэтому, кому понравилось это видео, ставим лайк и подписываемся на канал Мисс Полли. Мы были у Кати в гостях. Пока-пока.